Все ближе и ближе весна, чувствуется ее приближение. Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту. Снимал я это вчера, в первой половине дня. Было более-менее безветренно и более-менее солнечно. Во второй половине дня погода испортилась. Ну вот, повезло. А начинаем мы его от теплосети, от эстакады, вот впереди она, теплосети, и пролетим немножко с вами в сторону шоссе Героев Сталинграда, эстакады, и посмотрим, что на этом кусочке, на этом отрезке подходов делается на сегодняшний день. Потому что здесь одни, на мой взгляд, из более динамичных таких работ происходят. Ну и вот обратим свой взор на это событие. Ну вот сейчас мы будем пролетать мимо насыпи. Справа у нас будет Керчь Южная. Это мы еще увидим с вами на обратном пути. Ну, а пока, вот здесь видите, начинают делать уже насыпь. Катки катаются, утрамбовывают. А мы летим в сторону здания, где будет находиться весовая, пост ГАИ, вот по прямой, по курсу, прям к нему площадка. Вот здесь уже готовая. Посмотрим, что здесь у нас нового. Ну вот, потихонечку летим, смотрим. Вот впереди дорога автомобильная. Ну, там все в порядке. Машины вот потихонечку ездят. Конечно, их сейчас не очень много, но все ожидают лета. Ну а мы подлетели с вами вот к этому участку работ, посмотрели здесь здание, перекрытие второго этажа там забетонировано, и летим дальше на разворотную петлю. Разворотная петля тоже уже практически готова, и барьерные ограждения стоят, уже мачты освещения с фонарями установлены, и вот даже если приглядеться, неплохо видно, что уже есть и разметка на разворотной петле. Конус устойной опоры уже вот облагорожен, забетонирован. Ну, все здесь уже наводит на мысль, что скоро можно уже запускать эту петлю. Вот посмотрим. И в центре уже так, видите, присыпали черноземом, растительным грунтом. Ну, думаю, побрызгают еще гидропосевом, и вообще все будет. Ну вот, посмотрели мы на разворотную петлю, разворачиваемся и летим в обратном направлении. Хорошо видно, что вот на разворотную петлю сходятся две дороги. Одна идет с досмотрового пункта на нее, и вторая вот справа, там как раз тоже будет комплекс зданий и весовая. Ну, а мы вот по этой дорожке летим дальше в сторону шоссе Героев Сталинграда. Вот здесь слева мы видим пост ГАИ. Ну, здесь в основном работы все уже закончены, вот как мы видим. Вот досмотровый пункт для машины, для пассажир, автобусов. Ну, здесь снаружи видимых работ не ведется. Видимо, все они сейчас уже идут внутри, отделочные работы. И вот здесь видите, какая сеть дорог. Как все будет организовано, как все будут машины выходить на трассу. И впереди вот хорошо видно мост. Ну, впереди шоссе Героев Сталинграда, эстакада вот у нас пересекает автомобильную и железную дорогу. Отмывают ее, несколько дней уже отмывали. Ограждение, шумозащиту, она там прозрачная, ну, было достаточно грязная, и вот ее мыли, драили. С утра даже еще немножко заканчивали отмывать. Ну, потом я уже на маршрутке проезжал, посмотрел, все чистенько, блестит, так что все идет и здесь. Ну вот смотрите, между дорогами еще, конечно, лужи, между автомобильной и железной еще не облагорожено ничего. Ну, там транспорт ездит. Ну, здесь еще вдобавок вот
все это дело не подсохло окончательно, вроде более-менее начало подсыхать, и опять неутешительный прогноз, минусовую температуру, дождь, снег, и опять все, весь грунт размульдит, и опять строителям дополнительные трудности будут. Но все равно когда-то заканчивается, и стройка тоже потихонечку будет подходить к своему логическому завершению. Ну а вот она, эстакада, проезжаем по ней. Вот впереди мы хорошо видим, начинается мост. Вот какая погода стоит, это первая половина дня, напомню вам. Во второй радикально погода поменялась. Снега, конечно, пока еще не было, но в ожидании. Может и не будет, может синоптики ошиблись. Хотя вряд ли они в данном... И ветер будет сильный. Вот я заметил, по погоде ошибаются довольно часто, а вот ветер очень даже точно. Вот смотришь, бывало, прогноз, и по ветру все четко сходится, даже по времени. Утром нет... К обеду посильнее, и после обеда еще сильнее. Вот такие были моменты, и вот я на это всегда обращаю большое внимание. Ну а мы прилетели с вами шоссе Героя Сталинграда, немножко прилетим дальше, посмотрим, что у нас. Вот это, кстати, дорога идет справа, видите, ленточкой вьется такая, вот по ней ездят строителю в сторону цементной слободки. Ну, она сейчас в достаточно хорошем состоянии. Вот я, как уже говорил, на ней я свою машину начал уграбливать. Ну, сейчас ее сделали уже, дорогу подсыпали щебеночки. В некоторых местах даже дорожные плиты уложили. Ну, вообще сейчас подсохло, правда, хорошо по ней ходить и ездить. Но сейчас вот, если... снег, дождь, то опять она будет в неприглядном состоянии, тяжелой техникой ее опять раздолбают. Ну, а мы покрутимся с вами, посмотрим на виды города-героя. Тем более меня частенько просят, уже понравились такие вот виды, на 360 градусов покрутиться. Вот разок мы крутанулись, немножечко пролетим еще дальше. Вот наш домик стоит, и никуда он не денется пока. Ну и вот здесь насыпь, здесь идут работы по устройству железобетонных парапетов для установки шумоизоляционных экранов. Ну а мы с вами разворачиваемся и возвращаемся обратно. Теперь пролетим с вами по железной дороге, по насыпи, и посмотрим, в каком она состоянии, что здесь у нас делается. Как вы уже знаете из предыдущих видео, что ветка Керчь-Аршинцево, от нее идет отвод в сторону станции Керчь-Южная, и вот насыпь уже практически там готова. Уходит она под эстакаду, по которой пройдет как раз сверху Керчь-Аршинцево дорога, и будет идти до ветка. Это насыпь готовая до Керчь-Южная. Так что можно уже надеяться. Кто-то говорит, что путеукладчик не будет работать. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Я думаю, что всяко облегчить работу и ускорить, что он все-таки заедет сюда и что-нибудь поделает. Ну, а мы вот как раз подлетаем с вами к городку. Слева городок строителей. И вот мы летим с вами и видим, что, ну, на первый взгляд, конечно, изменений не видно, но еще и вот смотрите, здесь сеть стрелок уже уложили. Кто-то даже писал, сколько, куда пойдут эти стрелки. Ну вот, конечно, сейчас еще на половину работы трудно понять, что где будет. Ну,
Одно известно, что уже определились с вокзалом Керчь Южная, но и не определились еще с переходом, как на нее попасть. Она находится как раз между двух дорог, между железной, между вот этой, и между автомобильной дорогой. Много версий выдвигается, пишут в комментариях у меня, но пока все это всего лишь предположение. Будем смотреть дальше. Наверняка строители знают, но молчат, как рыбы об лед. Вот здесь зазор между нитками путей, должна быть платформа. Ну и вот смотрите, еще с прошлых разов кое-где вот лужи стоят, специально строители сделали такие водосборники, и вот вода вся там скапливается, чтобы не размазывалась по всей территории. И вот впереди видим мы два здания, два фундамента, и вот вероятнее всего где-то вот здесь будет Керчь Южная. Вот еще один котлован здесь вот выкапывают. И вот хорошо мы видим, что здесь уже ровненько как шпалы лежат. Работы идут. Здесь хорошо, вот смотрите, видно уже перемычки стен внутри здания. Вот как раз как планировка здания первого этажа. Дорожных плит наложили. Зеленые вот эти, видите, емкости вот будут закапывать. Но это лосы, если судить по тому, что было на мосту, такие же зеленые емкости устанавливали локальные очистные сооружения. Ну и смею предположить, что здесь будет то же самое. Вот полетали мы здесь. И теперь вот этот кусочек посмотрим от Керчь Южная до теплотрассы. Вот смотрите, здесь достаточно широкая насыпь, потому что здесь пойдет три ветки, две основные на Багерово и одна тоже на Багерово пойдет, но соединяться с веткой Керчь-Аршинцево будет. Вот. И хорошо видно, что с той стороны уже тоже насыпь практически готова. Ну вот такой сегодня у нас интересный обзор получился. Я заканчиваю свой полет и заканчиваю свой очередной обзор. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки, кому понравилось видео. А кому не понравилось, сделаем то же самое. Всего вам хорошего, друзья, и до новых встреч. Не болейте, сейчас как раз самые такие начинаются дни. Можно запросто заболеть. Всего вам хорошего, до свидания.